Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали действительно большое количество лайков. И в честь этого, дорогие друзья, я предлагаю поставить лайк, потому что у нас начались летние каникулы, и чтобы они были самыми лучшими в этой жизни, просто поставь лайк на удачу, и у тебя обязательно будет все отлично. Ну а если проигнорируешь, то пеняй сам на себя. И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру «Криминальная Москва», а именно RMRP. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии, ребята, из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь напомнить. Подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, ребята, продолжаем развиваться и ознакомливаться вообще с игрой, а именно «Криминальной Московией». Потому что, ребята, это GTA 5 только с вот такой вот русской картой. Вот такой вот большой с картой Москвы. То есть тут действительно город настоящая Москва. И он очень сильно на это похож. И, как видите, я уже вот вторую неделю развиваюсь в игре, стараюсь ознакомиться, понять в ней, что вообще к чему, и пока что у меня все получается. Я думаю, что и дальше будет все отлично получаться, потому что я, в принципе, развиваюсь, учусь, обретаю какие-то навыки, узнаю, как где работать и что делать. Единственное, что сейчас вот новая предстоит для нас задача, а именно переоформить тачку, потому что купить-то я ее купил, конечно, как видите, у меня вот такая вот новенькая Audi A8. Ну, как сказать, новенькая, старенькая Audi A8. Потому что я ее купил с автосалона, но она бомбическая, мне нравится. Я всегда и мечтал именно об этой, покататься хотя бы какое-то время на ней. И сейчас я так понимаю, что нам нужно ехать в отделение полиции. И находится оно вот тут вот. Тут я должен получить номера. Я могу ошибаться. Может быть такое, что получить номера не тут совсем. Но пойдемте и проверим. Так что вы находитесь в безопасной зоне, так что не переживайте ни за что. Да я и не переживал. Поэтому давайте побежали в полицию, посмотрим, что тут вообще есть. Вот такая вот полиция крутая, такие вот тут двери. И тут стоит капитан, вот такой вот мужик. Так, что за место? Как я могу зарегистрировать свое транспортное средство? Вот так. Зарегистрировать свое транспортное средство, собственно говоря, на автомобильном рынке, который находится в академическом районе. Вам необходимо будет, находясь в транспортном средстве, которое вы хотите зарегистрировать, выехать на маркер регистрации номера. А нужно заметить, что регистрация и смена номера платная. Так, как я могу к вам устроиться? Где я могу получить паспорт? Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Что за место? Вот так вот. Как я могу зарегистрировать транспортное средство? Окей. На автомобильном рынке, короче, это действительно я смогу сделать. Вот лично тогда все, то есть тут, в принципе, делать нечего получается. То есть я, конечно, думал, что в полиции все-таки это делается. Хотя, подождите, тут у нас с этой стороны паспортный стол. А может быть полиция в другую сторону? Либо реально мы придется нам ехать на авторынок? Окей, давайте глянем. С этой стороны, тут баррикада. То есть тут сюда никак вообще не попадешь. С той стороны. Окей, тогда нам нужно ехать на авторынок. И его надо найти. Давайте сначала найдем его, автомобильный рынок. Вот тут вот на карте. В принципе, мы его нашли. И что, погнали тогда? Да, короче, там уже в мою хотели Audi залезть. Я смотрю, что... О, отличненько, просто отлично я... Сходил, пооформил тачку. Я вижу, что у меня уже двери нету. Классно просто, отлично. Вообще, лучше я, конечно, и думать не мог, потому что реально и дверь, я смотрю, мне сломали. Эту дверь открыли. Так, ну а дверь-то закрыть? Да, походу дверь не получится закрыть. Она заела, просто отличненько. Купил новую Audi, приехал оформлять ее. Вы по итогу разбили мне тачку настолько сильно, что у меня даже дверь не закрывается. И что мне теперь? Опа, вот теперь все. Теперь точно отлично, эстетично, красиво, зато... Зато кондиционер не нужен. Всегда ветерок в салоне прям мощный и супер такой вот прям насыщенный. Это я вот прям максимально чувствую. Ну окей, поехали вот так без двери, я не знаю. Оформят нам вообще тачку таким образом. Вот почему-то игра мне, навигатор предложил выехать на встречку, поэтому я и выехал как бы по навигатору.
Еду, окей, и теперь вот тут налево, да, или, вот тут, вот это я, конечно, водила с Нижнего Тагила, это уж точно, потому что уже бампер разбил, ну окей, ладненько, в любом случае, зато весело. Поэтому, ребята, обязательно переходите по ссылочке в описании, качайте абсолютно бесплатную и крутую игру RMRP себе на компьютер. Это та же самая GTA 5, только вот с такой картой Москвы, поэтому все подробности, как установить, как поиграть, будут в описании, а также... У меня там есть тоже в описании промокод, который даст вам денежки и любую, там тачку, либо Матис, либо шестерку, вы там уже выберете, что вам больше нравится, поэтому обязательно так делайте, я уверен, что вам дико понравится. Так, попробуем, конечно же, немножечко обхалтурить, хотел халтуру сделать, но нет, не получилось, хотел немножечко срезать. Так сказать, проезд, но, как увы, тут, кстати, дорога строится, что-то продолжение, видимо, пока что идут ремонтные работы, а мы приезжаем на авторынок, где я должен, собственно говоря, оформить тачку. Странно, почему в ГИБДД меня послали именно вот сюда, но, окей, автомобиль премиум кастомс, тут даже вот такие вот охранники стоят, да, и моя Audi разбитая, тут вообще идеально, конечно, смотрится. Так, и к кому мне надо подходить, собственно говоря, тут, я так понимаю, автосервис. Где тут заезжать столько... с той стороны боксы. Так, давайте к девушке подойдем. Ресепшн. А где у вас тут позависать может? Так, Москву премиум кастомс. Подождите, это точно то, что мне нужно? Или куда я вообще приехал? Это в автотюнинг. А почему? Я же хотел на авторынок приехать. Автомобильный рынок чуть дальше. Ё-моё, почему у меня меточка не стоит на том месте? Автомобильная покупка номерных знаков. Вот то, что мне нужно. Вот куда мне нужно. Я не знаю, почему я приехал в премиум автосалон. Ё-моё, я понимаю, что это крутое место, тут охранники стоят, но мне-то надо оформить тачку. Ладно, давайте, ребята, пацаны, я поехал, а тут к вам и так мотоцикл приедет, сейчас будете его тюнинговать, а я поеду по своим делам, как бы такие вот оперские движения, опозорился, честно говоря, по-любому на этой Audi без дверей, но... Что поделать, вот так вот бывает. То есть в любом случае сейчас починим, ремонтик небольшой произведем, и двери мне восстановят без каких-либо проблем. Главное поставить номера, главное поставить тачку на учет. А остальное уже правда, уже не проблема. И я уверен, что с ней справиться можно будет максимально круто и без каких проблем. Опа, вот этот чувак молодец, отлично, от души просто, прям вот респект ему. Но окей, так, я так теперь понимаю, что надо подъезжать вот сюда к регистрации. И опа, па-па-па. Так, регистрация, все, теперь я могу выбрать цифры. Мне выпадают вот именно вот это вот. Так, прокрутить буквы, то есть я могу еще прокрутить регион. То есть давайте цифры прокрутим, почему бы и нет. 405, то есть у меня сколько еще денег? 32 тысячи, давайте и букву прокрутим. ЕВС 405, отлично, отлично, для первого номера вообще безумно круто. То есть давайте так и сделаем. Забрать номер, и все, мы оформили тачку. Тут, то есть, действительно, посмотрите, что происходит, сколько автомобилей тут ставят на учет. Я в шоке, реально. Но теперь круто. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и обязательно заходите в криминальную Московию, в RMRP, качайте по ссылочке в описании и будьте самыми крутыми. Ну, а с вами был Личи, кодовое слово покупка номеров. Все, кто напишет покупка номеров, попадет в мое новое следующее видео. Поэтому всем до скорых встреч!